Санаторно-курортное лечение идет на пользу всем, а детям тем более. Поправить здоровье, не отрываясь от учебы и внеклассных занятий, юные ульяновцы могут в санаторно-оздоровительном центре «Первоцвет». В этом году санаторий в центре города отметил 10-летний юбилей. За это время лечение в лагере прошли более 15 тысяч детей со всего региона. «Первоцвет» успел обрести довольно большую популярность, как у ребят, так и у их родителей. Такие лагеря это вообще я больше не встречала, наверное, у нас здесь. Также они здесь учатся, то есть от школы не отстают. Замечательное питание, они приезжают всегда такие на позитиве. «Первоцвет» – единственный санаторный лагерь в стране, созданный на базе медицинского учреждения. Центр входит в структуру городской клинической больницы номер 1. В структуру лагеря входит клинико-диагностическая лаборатория, психологическая служба и центр здоровья. Ровно 10 лет назад, в апреле 2008 года, по инициативе главного врача Галины Ивановны Федоровой и при большой поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, было принято решение, что в структуре педиатрической службы больница, поликлиника, дневной стационар, нужно создать санаторный лагерь для детей, которые не могут по состоянию здоровья поехать в загородные лагеря, потому что имеют проблемы со здоровьем. С этого года отдыхать в «Первоцвете» станет намного комфортнее. Учреждение капитально отремонтировали и установили новое медицинское оборудование. На модернизацию учреждения было выделено 8,5 миллионов рублей. Для деток установили галокамеру, соляную пещеру для лечения заболеваний дыхательных путей, новые аппараты для электрофореза и магнитотерапии, а также сделали комнату для оздоровления эфирными маслами. Преобразилось и любимое место отдыха ребят – бассейн. Наш бассейн, он претерпел как бы такие грандиозные капитальные изменения. Во-первых, у нас используется сейчас самая современная установка для очистки воды. Обеззараживание воды происходит методом ионизации с использованием ионов меди и серебра. Ни один лагерь не обходится без вожатых. Именно они следят за тем, чтобы все свободное от процедур время дети проводили весело и полезно. Кроме развивающих игр, молодые инициативные вожатые организуют для воспитанников творческие кружки. Выбор огромный – танцы, кукольный театр, рукоделие. Мы с ребятами сделали в подарок нашему санаторию вот такую вот цифру, где расположены все наши ребята, административный состав, медицинский персонал, абсолютно все сотрудники нашего санатория, также наши любимые дети. Для гостей двери «Первоцвета» открыты круглый год. По словам вожатых, летом отдыхать станет еще интересней. Появится возможность устраивать дискотеки и квесты на улице. Педагогический отряд уже готовит новую развлекательную программу. Виктория Чиркова, Константин Никитин, новости «Ульяновской правды».